Пара, которая увенчала свой счастливый брак сыном Кораном, который родился в 2019 году, теперь считает дни, чтобы получить на руки второго ребенка. С одной стороны, пара, которая была в восторге от второго ребенка, с другой стороны, недавно выступил с необоснованными обвинениями. Утверждение о том, что пути Фахриев Джен и Бурака Ащивита расстались за короткое время, появились в бульварной прессе, а затем пришло заявление от Бурака Ащивита. Фахриев Джен и ее муж Бурак Ащивит, которые продолжали привлекать внимание своими постами в социальных сетях после событий, были замечены в Бодруме. Знаменитая пара дала интервью для внутренней отделки дома, который они купили в Бодруме. Выступающий живот Фахриев Джен также привлек внимание. Фахриев Джен, которая часто фигурирует в повестке дня журнала как из-за своей личной жизни, так и из-за своей успешной актерской карьеры, встретила своего коллегу Бурака Ащивита на съемках сериала «Чилакушу» и начала испытывать любовь. Пара, которая свела свой союз к свадебному столу, сыграв пышную свадьбу 5 лет назад, впервые испытала счастье быть матерью и отцом в 2019 году с рождением сына Корана. Красивый актер из пары, который сейчас с нетерпением ждет своего второго ребенка, сказал: «Как ты себя чувствуешь?» Он ответил на вопрос следующим образом: «Мы только что узнали, мы невероятно взволнованы. Мы были очень счастливы. Это так ново, что мы даже не успели рассказать об этом Корану. На самом деле, как видите, я даже с дороги сбился, сам того не осознавая, вошел на закрытую дорогу». 36-летняя красавица, которая находится на 4-м месяце беременности вторым ребенком, недавно узнала, что ее дети будут мальчиками. Знаменитую пару, которая считает дни, чтобы взять на руки второго ребенка, недавно видели в Бодруме. Пара осмотрела дом, который они купили в Бодруме. Известная пара взяла интервью для внутренней отделки дома, который они купили в Бодруме. Также привлек внимание выдающийся живот Фахриев Джен. Известная пара привезла с собой своего сына Корана. Бурак Ащивит купил Фахриев Джен дом в Бодруме в подарок ее второму ребенку. С другой стороны, в последние несколько дней Эвсин делился своими домами. Дом пары поразил тех, кто его видел.